Здравствуйте, я Наталья, я с вами на канале. Выложила целую кучу видео, которые постаралась смонтировать из того, что у меня было, что-то там накопилось. Сегодня будет видео на птичную тему, а сейчас я собираюсь в спортзал, надеюсь, я туда дойду. Погода у нас завтра будет 1 градус, я так и не поняла. В общем, очень что-то такое переменчивое, не знаю, надолго ли или нет. Не готова я, конечно, к такой погоде. Сначала холодно, потом уже или весна пришла почти у нас, непонятно. Хотя, когда смотришь, вот уже Краснодар, там 12-15 градусов. Может, у нас после таких морозов уже скоро будет весна, и нужно уже садить, наверное, рассаду. Нужно как-то заниматься уже картошкой. В общем, у меня сразу целая куча мыслей, чем бы мне заняться. Но сейчас я пойду в спортзал, потом мне нужно купить заварник. И пойду в магазин схожу. У кошки аттракцион. Не успела я открыть машинку. Мне нужно куртку постирать. Она вот сразу туда залезла. Ну, настолько любопытная. Вылезай. Давай. Ну, хочешь, я тебя так сделаю. Хочешь? Давай. Ты же не хомячок. Все. Ты бы научилась бы закрывать. Ой, куда прыгнула. Вот здесь постелила вот эту клеенку. Она короткая. Нужно ее или скотчем прикрепить, наверное. И резиночка нужна, да? Сегодня 6 февраля. Видите, вокруг этих люков тает снег. И что будет дальше? Вряд ли, конечно, весна придет так быстро. Хотя вообще природа и погода непредсказуема. Сегодня, видите, шапку несу в пакете. Конечно, такая погода. Ну, уже хочется снять шапку и теплую одежду, хочется снять. Но это самое коварное время года, когда вот такие перепады. И я сейчас, скорее всего, я одену шапку и не буду рисковать. Вот зашла посмотреть заварники French Press. Ну, вот он здесь 350 миллилитров. Я не знаю, достаточно ли будет вот такого стаканчика. А уже... Вот побольше объем. Здесь, видите, пластмассовая сеточка. Что-то мне это не очень нравится. А это... Сейчас. А это там такая металлическая. Ну, просто меньше объем какой-то. Вот эту штучку я смотрю. Здесь набор такой. Ой, мне нужно, наверное, сахарницу. 140 рублей. Сахарница. Не такая страшная. Ой, надо купить с котом. 300 рублей. Чайник. Ну, если бы муж согласился, но ему хочется пресс. Как раз у нас кот. Масленка не надо, а это... Солянка для соли и перца. Класс. 180 рублей. Иду домой, хочу есть. А тут возле дома мужик на мангале готовит шашлыки. Я говорю, разве можно так мужчина делать? Соблазнять. И вот не знаю, сейчас приду домой,
Но я вот сейчас расскажу, но сделать вряд ли. Ну, хочу, чтобы мои дети со мной завтра. Что можно посадку вот же сюда выйти, вынести мангал, купить этих углей, а может у нас дома есть, и пожарить шашлык. Не надо же далеко ходить. Никаких пожаров мы не сделаем. А я иду со спортзала. Ничего я там не занималась. Вот увидела этот. Ой, теннисный стол. Боже, как я долго медленно разговариваю. Увидела теннисный стол. Вспомнила молодость, юность. И ничего не меняется с человеком, мне кажется, в жизни. Каким он был, таким он и остался. Я говорю, дайте, пожалуйста, поиграть в теннис. И вот, как вы думаете, кто выиграл? Предлагаю вам посмотреть на эту партию, поболеть за меня. Нет, еще попытка есть, да. Теперь обнулили. Пока две подачи кто-то не выигрывает, игра не закончена. Да. Проиграли. Я пришла домой и хочу показать, что я купила, чтобы было все как по фэншую. Но до фэншуя очень далеко еще, потому что нужно делать ремонт, чтобы было все красиво. А терпения не хватает. Хочется и то, и то. Не смогла устоять, я покажу сейчас красоту. Такие вот этот купила заварник мужу маленький. Не знаю, понравится ему, придется ли мне возвращать или нет. И вот купила вот эту ложку. Егор говорит, зачем одна ложка? Или нужно было покупать весь набор? А я говорю, весь набор это очень дорого. И купила сахарницу все-таки. Потому что, вот видите, какая у меня сахарница. Уже ее давно надо сменить. Я себе суп налила. Хочу есть.
сначала надо поесть суп, а потом принимать решение о шашлыках. Ну и как вы думаете, почему я не могла устоять? Да потому что здесь вот такой дизайн. Видите, коты какие. Такая штучка. Так, я купила вот таких вот чебуречище. Горячая штучка по 42 рубля. Каждому 6. Вова на работе, каждому по 2. Я считаю, что я должна съесть чебуреки, потому что должна набраться сил. Потому что в спортзале мне вообще не хочется ничего делать. Вот, Егор жарит. Ах, а смотрите, какая у нас коллекция. Видите, они размножаются. Не зря же, видите, с такими кошками, с такой коляской, с котятами. А почему у нас такие уже две? Это для соли, для сахара. Потому что вот сейчас я вам покажу видео, что произошло. Сейчас стакан наш не выдержал первого испытания и что-то вот протекло. Наверное, треснул, да? Тогда, не знаю, вытаскивать еще не поверят, что... Да, вот. Нет? Да, все. Первая заварка. И все. Угу. Ну, может, я сегодня схожу еще, а может, завтра. А если я тебе такой возьму, вот смотри, только... Не надо такой, ну нормальный. Так, а как нормальный? А где ты брала? Ну вот где, орбита внизу. Надо такие есть, большие стаканы в этом. Монетки? Монетка там много всяких разных. Ну, ладно, я чек не взяла, но я думаю, что... Да у меня... Тут стекло должно специально быть, как он должен лопнуть. Вот, и так, таким образом... Вова нашел старый заварник, который говорит, мне подойдет и старый. А я, мне деньги вернули, и я все-таки вот купила. Вот теперь у меня такой набор. Балдею, любуюсь.